Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре очередные часы Мегир. Пришли они вот в таком вот целлофановом пакете. Ну, в общем-то, и ладно. Открываем пакетик. Фирменный логотип Мегир. В сторонку. Дальше. Часы, собственно, замотаны тоненьким целлофаном, тоже в стороночку, и на обратной стороне у них тоже штучка есть заклеенная. Отрываем эту штучку. Часы Мегир, модель 2028 GBK. Размер часов 23 на 32 мм. Размер по безелю 37 мм. Ширина ремешка 22 мм. Толщина часов 12 мм. Стекло немного выгнутое, но плоское. Стекло, собственно, минеральное. Как говорит продавец, это у него Hardlex. Но сами часы сделаны достаточно качественно. Это часы, собственно, кварцевые. Присутствует, как вы видите, три циферблата в районе 12 часов, в районе 6 часов и в районе 9 часов. Верхний циферблат, это десятки секунд считает, в районе 6 часов циферблат считает секунды, и циферблат в районе 9 часов считает минуты. Как, собственно, это все работает? Работает все очень просто. Ну, вот какая-то табличка, не знаю, что она значит. Означает, что это модель написана, 2028, и, собственно, наверное, к ней штрих-код. Ремешок, собственно, кожа, наверное, опять же, молодого дракона, как говорят. Длина ремешка, я уже говорил, 260 мм. Вес часов 65 грамм. Корпус часов сделан из сплава, а задняя крышка из нержавейки. На задней крышке написано, что это water resistance. На самом деле у них 3 атмосферы всего лишь water resistance, как водонепроницаемости. На циферблате присутствует еще число в месяце. Как часы управляются? Значит, ну, основная головка, это, конечно, вот это. Имеет два положения. Смена числа. Вот видите, число. Число меняется. Вот, поставим все-таки сегодняшнее число. И второе положение, меняются стрелки на основном циферблате. Если часы использовать в качестве секундомера, нажатие вот этой клавиши пускает секундомер. Вот он пошел. Еще одно нажатие однократное останавливает секундомер в том же самом положении. Если еще раз нажать на эту кнопку, просчет продолжается. Если остановить, нажать на нижнюю кнопку, то все приходит в нулевое состояние, все стрелки. Так, батарейка у часов стоит на данный момент SR920 5-вольтовая. Вот, механизм PE90. Ни одного камня нет, как написано на механизме. Ну, вот такие вот часики. Сейчас мы их попробуем открыть. Для этого здесь есть специальная такая зацепочка, аккуратненько открываем. Ну, как мы видим, что действительно тут стоит резиночка на краю крышечки, значит, собственно, брызги от воды она не пропустит. Ну, собственно, конечно, купаться в них нельзя, потому что больше никакой защиты в них нету. Вот мы видим здесь название механизма. Батареечку видим, собственно, вот на этом и все. Вот такая вот защита. Чисто резиночка вот по краям крышки. Так что особенно осторожны с этими часами в воде. На руке часы выглядят следующим образом. Вот так вот. Ну, часы достаточно стильные, хочу вам сказать, без лишних каких-то деталей, это мне и нравится. В общем-то, единственное, что мне нравится, это кожаный ремешок, но это просто дело в том, что я не люблю кожаные ремешки. Часы достаточно стильные,
поэтому качественно сделаны. Не потому что они стильные, а стильные, потому что они качественные. Вот. А лишних деталей никаких на них нету. Вот. Все это только лишь мешает основному виду часов. Что еще рассказать? Посылка шла 21 день, ну достаточно быстро. Китаец ее сразу послал, как только их заказал. Стоимость этих часов 1459 рублей. Вес, как я уже говорил, 65 грамм. Достаточно такие они. Не что прям уж легкие, но не такие уж тяжелые. В общем, часы хорошие, рекомендую. Как они будут ходить? Ну, механизм кварцевый, поэтому, я думаю, достаточно точно будет ходить. А там посмотрим, как они в эксплуатации. Ну, а на этом, наверное, все. Жду ваших вопросов, комментариев, а также предложений по поводу того, какие часы будем рассматривать. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, счастья. До новых встреч.